очень интересный проект, который мы придумывали с заказчиком вместе. И в основе сюжета будет не просто скелет динозавра, а кое-что интересненькое. Когда мне нужна помощь или мудрый совет, я приглашаю Володю. Володь, давай договоримся, ты работаешь здесь, я работаю здесь, и никто никому не мешает, ладно? То есть я делаю вшивый хвост и череп, и вся слава тебе, правильно? Ну да. Не-не-не. Да ладно, что ты, хочешь грунтовкой потом покроешь? Володь. Ненавижу художников, такие ранимые. И ночной проект – самая эффектная часть, а именно с черепа раптора. Вот только это нифига не раптор, ну да кому какое дело до этого? В случае с драконом я наносил зубы из мягкой массы на уже вживленные штифты в пасть. Сейчас я попробую пойти от обратного. Сделаю все зубы и после высыхания буду монтировать их в челюсть динозавра, пока раствор еще не высох. Мне кажется, так получится еще реалистичнее. Ну что, пора лепить голову.